Здравствуйте, девочки. Иду уже с салона красоты. Укололась через 2 недели еще липолитики. Холку. Я вам говорила, что я холку. А вот я вам скажу так, результат есть. Даже вот моя косметичка, она тоже удивилась результату. Понимаете, тут, наверное, в комплексе все сыграло. Я постараюсь в конце видео там выложить видео. Может, если кому-то интересно будет. Я ж прошла, получается, курс массажа, а потом после этого курса массажа пошла на плавание, вот, и уколола липолитики. То есть получается все вместе у меня идет. И вот эта вот холочка, она, конечно, эффект очень хороший. Вот. Посмотрите, на улице у нас 7 октября, видите, зелень кругом, погода, конечно, с утра был дождь, вот, я шла, так ваш прям зонтик вырывала, ну как с утра, я на 12 часов мне надо было идти, а сейчас уже 2 часа. Ой, иду потихонечку, нагрузилась сумками, зашла в магазин Винтайм на метро Осокорки, там веганские продукты, купила веганскую колбасу, сырочки. Там паштетики разные. Ну, сейчас приду домой, буду распечатывать, я вам покажу. Вот. То есть результат есть, девочки. Вот. Даже вот такая у нас погода. Октябрь месяц. Зеленые листочки. Обалдеть. Я же говорю, такая погода, что просто хорошо, что тепло. Конечно, я сегодня курточку немножко одела. Конечно, похолодало. Там градусов 12. Но не холодно. Не холодно. Просто с утра же, говорю, был такой какой-то холодный ветер. А сейчас я иду более-менее так нормально. Вот. Саша, вот такие у меня дела. С утра встала пораньше. Договорилась я с Малером, который должен был подойти на 10:30. Я ему показала бы наши остатки, которые там остались с квартиры. То, что я делала в сыну ремонт. Остались там краски-замазки у нас. Что-то мне этот Малер не нравится, честно говоря. Написал, не может зайти. Ну, сейчас буду дальше смотреть. Знаете, я уже прошла ремонт новой квартиры. Я, конечно, понимаю, что на маленькие объемы люди не хотят идти, потому что, ну, хотят прийти, желательно вообще новострой, в пустую квартиру, срубить бабло и как бы и быть довольны, потому что сейчас я вам скажу так, что у людей особо денег нет, хоть я и в Киеве, тут работа есть, но зарплаты не блещут, скажем так. Вот. А поэтому я даже в бассейн вот хожу, мне сказали, ой, там толпа, толпа будет. Какая толпа? 2 человека плавают, там и 2 ребенка плавают, вот и все. Вот вам и толпа. Я уже хожу туда сколько, 3 недели, и людей вообще нет. Вот. А пришла в школьный бассейн еще недалеко тут от дома, в школе там, там вообще пришла в 4 часа вечера, вообще никого нет. Совсем, от слова совсем. Вот. Поэтому если люди не могут себе за 200 гривен плавание позволить, то, понимаете, вот. Поэтому буду сейчас искать опять нового Малера себе. Вот, в принципе, можно и самим сделать, но как-то не хочется. Да и если я этим не занималась, криво косо получится тоже как-то. Вот. Да что вот такие у нас дела. Вот. Ну, ничего страшного, прождала мастера, потом пошла в косметичку. Сейчас у меня, в принципе, рабочий день, в субботу. Ну, я заявки по телефону из дома беру. Сейчас прозвоню, какие-то заявки сделаю. Заявки на понедельник, потому что у меня и сегодня, я могу работать и завтра. Вот, даже вот такие у меня дела.